Хай, даров! Меня зовут Дима Агафонов. Подписчики моего канала в курсе, что совсем недавно я приобрел свой первый мотоцикл. И это Honda CBR 929, он будет вот здесь по всплывающей подсказке. На самом деле купить мотоцикл, первый мотоцикл в 30 лет, ну это что-то с чем-то, это просто какие-то непередаваемые эмоции. К сожалению, покататься у меня особо не получилось, мотоцикл брался под конец сезона. К тому же у нас достаточно ранняя осень, у нас начались сезоны дождей и... Сейчас, казалось бы, светит солнце, но реально температура очень близка к нулю, достаточно прохладно, да ноль это холодно. И вообще такое ощущение, что скоро пойдет снег. Но это на самом деле не повод отчаиваться, потому что начинают приходить первые ништяки с Алиэкспресса. Да, Алиэкспресс наш, короче, друг. И в этом видео я вам покажу, какие вещи можно приобрести за недорого и с хорошим качеством, если вы мотоциклист. При этом абсолютно без разницы, какой у вас мотоцикл. В общем, присаживайся поудобнее, жми во весь экран и 2, 1. Да. Все начинающие мотоциклисты заказывают какие-то ништяки с Алиэкспресса. Все дело в том, что, ну, во-первых, так дешевле. Конечно, есть там вариант, что не то качество, но даже если ништяка хватит на сезон, на два, это более чем достаточно. Ведь мы прекрасно понимаем, что заказывать какие-то вещи, тряпки с Европы либо с Америки, это будет стоить очень дорого. И, ну, блин, зачем? А? Кто догадается? Думаю, несложно, да, это крепление для камеры, просто куда? А это на шлем. Смотри. То есть оно крепится вот сюда, вот так вот. Нет, вот так вот. Вот так вот оно крепится. На ремешках. Сюда можно будет крепить камеру. Я сейчас покажу вам, как я закреплю. Я просто пробовал, и здесь очень сложно. Здесь надо вот этот ремешок отрегулировать, потом вот этот долго натягивать, чтобы камера все-таки не болталась, а затянулась и сидела как надо. Так, запишу видео на телефон, потому что я хочу показать, как это выглядит. Собственно, моя экшенка. Вот тот кронштейн, я его прикрепил все-таки на шлем, и сюда уже крепится сама камера. То есть вот этого крепления... уже нету, его надо отдельно, либо чтобы оно у вас было с экшн-камерой, либо покупайте отдельно. Но смотрится это вот так вот. Вот эти завязки здесь. Длинные шнурочки остаются, пока не нашел, куда их заправлять на самом деле. В принципе, нормально смотрится. Прикольно. Так, и теперь настал момент надеть шлем и показать, как это смотрит камера, именно когда она уже закреплена у тебя на шлеме. Оп. Ну, в принципе, обзору она не мешает. Я вижу самую малость камеры. Визор закрывается. Это меня уже радует. Открывается. Я не знаю, насколько ее сейчас отрегулировать. Может ее чуть приподнять? В принципе, ну-ка. То есть, если ты будешь ехать вот так, то, чтобы на дорогу, наверное, уже надо морду выше задирать. Да, в таком случае мне надо ее выше поднимать, потому что так можно только смотреть на органы управления. Ну, в принципе, вот. Думаю, нормально. Остается прокатиться так, посмотреть на вид. Врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум. А, во! Вот он я. Ты меня видишь, камера? Мне кажется, она слишком вниз смотрит, и она не замечает. Вот так вот надо, если шлем приподнять. О, вот так вот нам можно даже будет показывать и рассказывать про мотоцикл. В принципе, вещь удобная, потому что у тебя камера стоит здесь, перед тобой практически, нежели я раньше камеру крепил на лоб, что немного не видно было. Она снимала выше, а так, мне кажется, камера, ну, наверное, чуть ниже, вот так надо, наверное, снимать. Ладно, потом посмотрю и определимся. То есть надо будет еще пристреляться. Дорогой зритель, если ты досмотрел до этого момента, то сейчас самое время подписаться на мой YouTube канал. Посмотри, если у тебя кнопка подписаться красная, то просто нажми на нее, она должна стать серой.
и нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых выходящих видео. Тогда ты будешь в курсе, какие еще ништяки пришли ко мне для мотоцикла, какой выбор я сделал на зиму из автомобиля. Ведь мои подписчики знают то, что совсем недавно я продал свою BMW E36, и сейчас я просто не знаю, что брать следующее. Также на моем канале есть Let's Play, и вообще я снимаю много интересных различных видео на различные темы, поэтому я более чем уверен, что каждый человек сможет на моем канале найти что-то интересное. В общем, обязательно подписывайся, то есть смотри, нажимаешь, чтобы кнопка, если красная, стала серая, нажимаешь на колокольчик и наслаждаешься выходящими новыми видосами. Спасибо! Смотрим дальше. Перчаточки. Пришли перчатки с Алиэкспресса также. То есть, ну, я не могу рассказать, насколько они там блатные, не блатные, но они офигенные. Они по размеру, это во-первых, то есть застегнул. Шикарно. Во-первых, вид. Мне очень нравятся они по виду. Защита, тут все дела. Вот это вроде бы как даже сенсор можно, то есть телефон разблокировать. Давай пробуем. А давай-ка попробуем. Смотри. О, точно, нифига, сейчас я ее разблокирую. О, да ладно, смотри, она реально рабочая. Пам-пам, пам-пам. Тема, да? Согласись, тема. То есть все работает. Блин, шикарно. Только что на ходу придумал этот фокус, чтобы попробовать с соткой, и это реально работает. По цене за данные перчатки и где их купить, в каком именно магазине на Алиэкспрессе я их взял, я обязательно прикреплю ссылочку. То есть, если вас заинтересовало, в описании будет написан магазин, цена. Цену я прикреплю сейчас, я так точно не помню. Цена в долларах. Ну, блин. Это кайф, я вам скажу. Это кайф. Как они себя поведут, посмотрим. Но я думаю, что за такие деньги, вот реально, на два сезона, блин, более чем достаточно. Короче, я не знаю, что еще рассказать про эти перчатки, насколько они офигенные там. Только если в них покупаться, наверное, тогда я смогу сказать, насколько они там влагостойкие. То есть какие-то эксперименты проводить сейчас не буду. У них вот там внутри еще подклад. В принципе, когда вот реально чуть-чуть посидел, рука уже чуть-чуть вспотела. Надо на ходу, чтобы обдувалась она. Потому что такой подклад, он теплый прям. Ну, прикольно, прикольно. Это уже вторая посылка получается с Алика. За месяц пришло. За месяц с Китая в Казахстан. Да, размер, короче, XL. И наколенники. Такие наколенники себе взял. А в экипе, конечно, в комбезе есть свои, но это если вот прям поверх джинс надевать. То есть целая система застежек. Такая-такая, потом такая-такая. Вверх ногами, вот так вот правильно. То есть это если без экипа, просто вот так вот шлеп на джинсы сверху. Шлеп.
Шлеп. Нормально. Стильно, модно, молодежно. Давай вторую. Как-то так. Ну, в принципе, так ничего не мешает. А вот когда садишься, не, ну так нормально. Но вот, а пластик постоянно. Щелк-щелк. О, жестко. Вот это жестко на самом деле. Блин. Она, походу, не под столь вот этот угол большой. Наверное, на дорожниках ноги как-то более прямее смотрятся. Ноги более прямо ставишь. Ссылочку также оставлю в описании, кого заинтересовал. Там еще другие модели есть, но вот конкретно я вот такую вот по форме заказал. Мне она больше понравилась. Прикольно смотрится. Что хотелось бы еще добавить. Пару дней спустя ко мне пришла еще одна посылка, поэтому я решил ее также вставить в данное видео, в котором я делаю, ну, не совсем то, что распаковки, но показываю ништяки, которые приходят с Алиэкспресса. А вот сейчас будет самая настоящая распаковка. Посмотрим, что пришло на этот раз. Думаю, по форме уже многие смогли догадаться, потому что на почте я посылку свою сам узнал. Опачки, да ладно. Это мотоботы. Пам-пам. Блин, честно сказать. Нет, по идее должны быть в размер. То есть как бы так должны подходить. Так, это у нас левая нога, вот она. А, вот левая, да. Соответственно, то, чем мы будем переключать передачи. Это будет выглядеть вот так вот. Чук-чук-чук-чук. Будет щелкать. Прикольно. Так, тут у нас шнуровочка. И, а, двое на липучках. И основная шнуровка. Так, по размеру, который я выбирал, а также чуть позже примерю дома, скажу вам, каково это. Интересно, интересно. Ну, я не знаю. Кожа не кожа, но похоже что-то. Кожзам, конечно. Не думаю, что за такие деньги будут кожи. Кожаные, да. Так что я буду ориентироваться на то, что это все-таки кожзам. Но по качеству, вот, если посмотреть, как бы нитки не торчат. Все вроде бы достойно. Надо будет примерить обязательно. И понюхать. Свежей обуви пахнут. Как-то так. Короче, все это также можете найти по ссылочке в описании. Вот такое получилось видео. Если оно тебе понравилось, то обязательно ставь лайк. Нравится. Подписывайся на канал, если еще не подписан. Нажимай на колокольчик и обязательно оставляй свои комментарии по теме видео. Я с вами обязательно со всеми общаюсь в комментариях, отвечаю на ваши вопросы. Пишите какие-то свои предложения, свои пожелания. Всем отвечу.
поставлю лайк. И до встречи тогда уже в следующем видео. Пока.